Обзор на шампунь Herbal Essences «Белая клубника и сладкая мята. Очищение и питание» специально для сайта 7745.by. Итак, неделю назад приобрела вот такой вот шампунь. В принципе, фирмой я пользовалась ранее, поэтому расскажу вам о каких-то особенностях вот именно этого шампуня. Начну с запаха. Мне кажется, очень важный параметр. И, в принципе, если сравнивать вообще всю линейку шампуней Herbal Essences, то именно этот меня в каком-то смысле разочаровал больше всего, поскольку запах такой клубники, но при этом ничего интересного нету, да, то есть если, например, у них есть также белый грейпфрут и мята, тоже шампунь, вот он очень необычно пахнет. В этом ничего супер нового я лично не нашла для себя, такая клубника и на этом все. Вот, то есть в принципе для этой компании, ну, чего-то большего я ожидала, хотя, в принципе, сам запах неплохой. Давайте рассмотрим саму баночку. Идет объемом 400 мл или 250. У меня 400. Ну, такая прозрачная емкость, в принципе, ничего нового, но мне нравится их дизайн, потому что выглядит он достаточно просто и в то же время красиво. Вот для сравнения, кстати, тот самый белый грейпфрут, да, баночка 250 мл, которая, она чуть меньше. И, кстати, интересно то, что у них разный дизайн крышек. И мне кажется, что в более маленькой версии крышечка более такая интересная и выглядит более дорого. Но это лично мое впечатление, возможно, это для кого-то будет не так. Что касается непосредственно характеристик, то производитель нам говорит о том, что 90% вообще состава – это натуральные ингредиенты, также отсутствуют парабены, красители, силиконы, парафин, в общем, что максимально натуральный шампунь. Ну и мне кажется, очень такой интересный маркетинговый ход, то, что производитель заявляет, что они сотрудничают с Королевским ботаническим садом Лондона. Вот, и таким образом вместе составляют вот эти вот композиции. Что касается консистенции, в принципе, вот если даже посмотреть, видно, что шампунь, он такой не то чтобы желеобразный, но что-то есть подобное, да, он очень тягучий, в принципе, это приятно, он достаточно экономично расходуется, нету такого, что вы на один раз использовали полбанки, поэтому впечатления у меня неплохие от него. Также, что еще можно добавить, это то, что волосы реально промываются вот до скрипа прямо, максимально кажутся такими чистыми, что бывает далеко не всегда, да, если я пользуюсь другими шампунями. Вот. Также еще такой момент, может быть, мне кажется, но, по-моему, у меня голова стала меньше жирнеть. По крайней мере, сейчас я могу 3 дня проходить, не мыть голову, и, в принципе, голова выглядит свежей. Вот, потому что до этого у меня был период, когда фактически там 1,5 дня, и все, голова уже выглядит не очень хорошо. Поэтому шампунь, в принципе, я могу порекомендовать. Единственное, у меня минус, что мне не очень нравится запах. Но линейка очень большая, поэтому я думаю, что запах каждый подберет тот, который ему понравится. Вот, в целом я осталась довольна покупкой, поэтому если вы ищете хороший качественный шампунь, который, кстати, отлично подойдет на подарок, потому что очень достойно выглядит, чисто вот даже внешне, поэтому я могу вам порекомендовать. Всем большое спасибо за просмотр, до встречи!